Вчера глава Одесской ОГА Максим Степанов проинспектировал Березовский район области. В рамках проверки посетил центральную районную больницу, детский приют, местную школу и ферму. Все подробности знает наш корреспондент Александр Тарасенко. Ему слово. Медицинская реформа – одна из важнейших. В связи с этим Березовская ЦРБ скоро станет госпитальным центром в Одесской области. В этом году уже заменили тепловые сети и реконструировали котельную. От района и сельсоветов больница получила почти 2 миллиона гривен на приобретение нужного оборудования. Дороги – это такое, знаете, хворое место и слабое звено для, наверное, не только Одесской области, для всей страны, в том числе для нашего района. Їх частково ремонтують, але цього недостатньо для того, щоб можна було в село швидко, згідно тих нормативів, доїхати і привезти хворого. На превеликий жаль. Це проблема є на сьогоднішній. Уже сейчас поликлиника обслуживает почти весь Николаевский район, север Ивановского района и Веселиновский район Николаевской области. Через учреждение за текущий год уже прошло более 4000 человек. Из них около сотни из других районов. Потому формально лечебница уже стала госпитальным округом для этих районов. В автопарке две машины скорой помощи. Одна из них абсолютно бессильна на разбитых дорогах. Страдает же в первую очередь больные. Подивився центральну районну лікарню, дуже важливо було відчувати всю необхідність тих змін, тієї реформи, яку ми проводимо, і як саме її проводити. Я повністю переконаний, що для того, щоб реформа відбулась, необхідна комунікація з медичними працівниками. Отмечу, в Березовской ЦРБ в рамках подготовки к присвоению официального статуса госпитального центра закупят УЗИ, откроют рентгенологический кабинет, мониторы для слежения за пациентом и электрокардиографы. В следующем году надеются, что приобретут кислородно-дыхательную аппаратуру и смогут предложить весь необходимый спектр услуг на высоком уровне. А это уже ворота в Березовский детский приют, где живут 12 детей. Сюда направил Максим Степанов сразу после больницы, хоть и в программе визита этой локации не было. По его словам, в течение недели райгосадминистрация предоставит список работ, которые необходимо провести. И в ближайшее время детям улучшат условия проживания. То, что я там побачив, я не могу заявити, що там все дуже там критично. Всі ці діти, вони вже в них така доля. Нещасливо. Вони не приходять додому кожного дня. Їх домівка – це цей притулок. І тому дуже важливо створити максимальні умови для їх життя. Оце тут кінець світу. Та який кінець світу? Подивіться, які бички. Начало кінець світу. Нічого себе, кінець світу. Після приюту порадували Максима Степанова березовські буренки. Около получаса глава області інспектував ферму. Здесь около 600 голов крупного рогатого скота. Глава ОГА даже попросил у фермерів натурального молока, а на прощання зробив селфі з коровами. Мені здається, що таке в мене уявлення проблем району, уявлення, що треба робити. Отмечу, Березовский район занял 16-е место среди 26 райгосадминистраций Одесской области за 9 месяцев 2017 года. Александр Тарасенко, Андрей Диченко, 7 канал.